конкурс инструментального мастерства «Ноты души» ежегодно собирает большое количество одаренных участников, представителей разных факультетов и специальностей Брестского государственного университета имени Пушкина. Многие из них в школьные годы посещали специализированные музыкальные кружки и занятия по интересам. Сегодня это увлечение для души, впрочем, как и участие в конкурсе. Хотя представленное разнообразие музыкальных композиций приятно удивляет. Я бы хотела сегодня представить свою песню. Я ее написала своим друзьям, к сожалению, которых сейчас нет рядом. Но хотелось бы посвятить эту песню своим самым близким, самым родным, тем, которые всегда были рядом, но сейчас, к сожалению, отсутствуют. Раньше выступала в стенах нашего университета, и мне позвонили со студ-клуба, сказали, что есть такая возможность показать себе, показать свой талант, если можно так сказать. И вот и я здесь. У меня весьма необычный жанр, я каверы делаю, каверы популярных песен. Ну, сегодня будет «Дэвид Гетта, Dangerous». В финал творческого состязания вышло 6 музыкантов. Все они – достойные претенденты на звание «Лучший инструментальный исполнитель вуза». И пусть по закону соревнований награда достанется не каждому, для участников музыкального марафона это хороший опыт и возможность проверить себя и свои силы. Конкурс предполагает выявление талантливой молодежи и, конечно, опыт выступление, опыт сценического выступления раскрывает, наверное, перед ними новые возможности. Проявляется артистизм, проявляется творчество, сохраняются традиции инструментального исполнительства, которые, может быть, в наше время несколько утеряны. Музыка – это язык души, это область чувств и настроений, это в звуках выраженная жизнь. И пока она достигает своей главной цели, касается человеческих сердец, она творит маленькие чудеса, пробуждает свои ноты души.